А что такое? Что такое, Алекс? Алиса продает сказка, минута осталось, давай рыбу. Так, сколько у тебя там? 40. Угу. Нужны кому-то фласки, соответственно, везде обмен. Баф раздаем. Выйдем с игры нахуй за это время, это пиздец. Что FPS у меня? Кружуся. ГБ поставь тайный маг. Я их не брал. Обмен. Мы 4 габана. Так, шредер каски. То не ГБ, то в этого, то в Учейпера баулы, когда он в Польшу ехал. Чё тебе дать? Баст? На готовность. Еду кушаем. А сам-то, блядь. Да я, блядь, раздаю нахуй тут. Сейчас, погоди. Фласки пропиваем. Сейчас чекну еще раз. Так, последний чек. Турбо шредер. Стрейдж готов. Все, все готово. Отчет на пол. По местам встаем уже. Теперь, кстати, все заеби. Потому что хан на тебя напуливает. Нет, но мне стаки наконец начали стакать. Ты помнишь, как у меня печать багнулась на груле, блядь? Ой, на магике. По зеленому. Спасибо.
Все равно не успели, но уже быстрее убиваем. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? По красному. Пельмень. Еще Долоран убедил. Не забывай, милишники бегают против часовой Нижней Городицы. Они по часовой. РБД с хилами бегают. По часовой. Пельмень. Колбы не ловим. По зеленому. Пельмень. Колба будет. Аккуратно. Не ловим. Красному. Надо так далеко убегать. Мень. Слишком рано прожил. Может, прожмет еще раз. Готовимся по зеленому. По зеленому. Пельмень. Колбу топ не ловим. Пельмень. По красному. Пельмень. Правильно. Отводи, отводи его. По зеленому. Все по зеленому играем. Допил уже? Отлично. Да. От стола. Долили зеленого быстро. Отлично. Давай, давай, давай. Геру дали. Пельмень. Колбы. Сука, я колбу лутанул. Как нахуй? Потому что рифуем на ёбу. Забирай стенч. Даю диван.
Так, ВР есть. Быстрее медвея берем. Быстрее, 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 быстрее. Джурада медвея. Бегом. Пельмень. Проведи. Алиса забирает. Угу. Ходи. Пельмень. Колба, отводи. Пельмень. Забрал, не трогай. Все-таки прилетел прям в кучу. Супа. Прям. Ну, бой. Хоть я не колба, блядь. Да, да, она мне не упадет. Так же, как дельно. Че, сделал класс, Шреддер? Давай пусть обратно рогнутся. Нихуя, на лане вы дальше на мейнов зайдете, я ебал на. Или мы будем бить по тактике хэма? Получил там боешку? Да, да. Так, что это у нас? Покоритель маг, ДК, друид, рога. Так, нет, а... Завоеватель. Пал, жрец, лок. Мурбеттер тебе надо? Никому не надо, что ли? Ничего себе. Так, а почему мне не высвечивается? Мне тоже не высвечивает. Какая, блядь? На друида ДК? Завоеватель. Пал, жрец, ну, лоб. А мне ДКшная не высветилась. А должна... Ну, мне... Мне пояс высветился, другие печеньки нет. Ну да, да. Мне и пояс не высветился. Мне высветил. Ну, потому что он тебе, наверное, не идет, поэтому и не высветился. На мне Навара идёт вообще-то. Печенька ДК-шная не высветилась. А вот это странно. Так, ну давай. Печенька ДК-шная не идет на ДК. Тихо, не орите. Давай теперь сделаем вот так. Надо орать и паниковать. Кидаем ролл на печеньку ДК-шную. Я смотрю, кто по ПР выше. Алло. Ну, соответственно, мангиалу она нужна. Ну, так не а что ты орёшь-то, Алиса, я не понимаю. Кидай ролл. Мне она не нужна, просто так я к тому, что какого хуя не высвечивается. Я думал, вам надо это. Ты думаешь, она заберёт печеньку, блядь? А, Джурада надо, да? Чё на замену? На замене? Так, Мангуяла обратно остаётся она. Вы меня подгоняете вообще. А что еще выпало, кроме печеньки и пояс? Две печеньки и пояс. Две печеньки на ДК? Нет, она напала. На паладина печенька нужна кому-то? Жрец? Паладин, шаман. Паладин, жрец, чернокнижник. Читаем на печатке. Завоевателя. Никому не надо. А чё ты мне-то её дал? Ну, продаж. Продам, если она продается. Есть джипс у кого? Я хочу посмотреть. Стоит. За 5 голд она продается. Да? Угу.
Вот стоили бы 50, я бы вообще их пачками продавал. Чё, давайте танки тут. Чек на АФК. А чё, Шредер сделал квест? Не знаю. Да. Следующий квест сделаю я, скажите да, пожалуйста. А ты знаешь как? Ты сделаешь. Окей. Ну, Мал, что там у тебя? Он релогается, я сказал. Угу. Так, что там? Танки здесь. 4 хила здесь. В чем проблема? Ну, постоять любят люди. Групп лут ставь. Угу. Я правильно понимаю, все кроме БУЕ можно ролить? То есть зеленые БУЕшки? Зеленые БУЕшки в этой рейде, в этом гильде не нигеть. А, так ты, блин, понял, блин. Я не знаю, вот я вам расскажу историю. Вот раньше я нидил, когда в 2015 году начал только рейды собирать, я нидил. Ну, говорили, типа, вот там, вой там, нидер. Ну, я не обращал внимания, блядь. Потом я стал распылять. Вот мы идем в рейд, все нажимают распылять. У нас не было такого, что кто-то нидил. Не, ну, было изредка. Ну, все жмут распылить. Потому что один человек рейди с профа, если есть, то у всех 25 есть возможность распылить и получить себе реагенты. Понял, все окей. Как здесь? Что я считаю бредом? Но мне плохо. А я, давайте я еще объясню. Предположим, мы идем рейдом, и я единственный ношу кожу. И за весь рейд падает только кожа, и я ее не даю. Кто получит реагент? Латники, шаманы. Я не даю всю кожу, которая падает, а падает только кожа. Латники тоже могут ее не... Ты к тому, что ты ее распылишь, что ли? Я к тому, что если будет падать только кожа, я ее буду только забирать, то никто из рейдов... Я ничего против не имею. Ни капли. Забирай на здоровье. А если все будут сжать на дис, то все будут в равных условиях. И у каждого будет шанс получить хоть какой-то так, рейтинг. Чё, зашли сюда-то? Вниз спустились? Первый раз здесь или чё? Шредер, твоя луна. Алиса, Агри. Пару раз видел в рейде, да? Я же не помню. Качели поиграем. Сейчас бы еще раз блять квас не запороть, сука, на ванну ебаную. А ты как цепала? Я тогда хотел шамана укусить, а его укусил Глеф, то что его назначил, типа. Я не хотел... А пока я искал в других, блядь, его кого укусить, но... Я понял. По трусам. Тут ты сам в твоих руках. Ну, я не понял. Я понял, что это не твоё дело. Ты сам понял, да? Ну, договариваться, типа, кто кого-то укусит. Я просто до укуса давно сказал, типа, что я его кушу, а оказывается, ты назначил его укусить. Тебе никто его не оставит, будут кусать. На глазах придется будет кусать. Не все же люди выносят время. Вопрос, хорошо. Мы будем по геровской бить тактики или обычно? По геровской. Луну бьем. Ну тогда мне надо будет стопать ДПС. Мне тоже, кстати, интересно, чё мы не с самого начала даже не били по тактике все подходы. Мы же этого гнилого и тухлого бьем по тактике. Ну, мы не держим дистанцию, типа тренироваться на геру. Нет, тухлого мы держим дистанцию, РДшники. Ну, они как бы держат, но херовые. Ну, а на втором боссе мы все равно все стоим под босс. Чё, мы там не тренируемся, а на лане мы должны тренироваться. Ну, я другой мысли. Я о той мысли, что пока можем убивать так, одевать шмот. Вот когда уже будет, блядь, по-другому, тогда уже будем по-другому. Лично у меня такая мысль.
Че все наверх пошли, так, кроме контрольщиков, я не понял. На низ пошли. Вот шейпер куда вовнулся? Не знаю. Так, Алиса, не. По кресту играем. Дальше по командиру. Без метки, старший. По трусам. Чё ты, Тёма, хотел зул, если без тебя не сюда? Да, ну сейчас посмотрим. Есть еще предложение. Где? Чего еще раз? Есть еще предложение Грумман Гингер попробовать с учетом всех. Ой, блядь, я уже попробовал. А, это... Че ты говоришь попробовать? Ну, Грумман Гингер, блядь, я приступ не сходил. Я? А у меня 3 персона под грульмаги гермусь. Ты будешь пробовать собирать? Ну если зуломан мне охота будет. Я когда? На прошлом когда собирал, когда рейд распустил, блин. По черепу играем. Суджиро, такое бой оставляешь себе. Да, такое оставляешь себе. Только целкашу. Так что считай, поднялся. Целых 100 был сейчас, да? 80, блин. Ну хрен знает, цены меняются, поднимаемся. Что-то удар слишком долго копится, нахуй. Наверное, из-за того, что я перестал в рейды ходить в арт. Ну да. Ну, ссылка 10 хм собирает. Завтра у нас РТ будет в Гера и ВК. У меня завтра рабочий день к 3, нахуй, так что, блядь, все нормально. Должен прийти к 6, если, блядь, быстрее, то быстрее. Mm-hmm. Ну, на воскресенье выходная. Теперь поиграем. Не было. Руль магикер завтра будет. И ВК тоже. Моса, я, блядь, прибежал уже, нахуй. Давай, давай, вставай. А, мы же целка, вот 10 опыли, 10 гер еще не будет. Можно десятки собрать, мне надо твинков одевать, нахуй. Под гером, блядь. Вон, если маленький ему тоже будет играть по стороне обычки. Его загнать еще кого-то. Антищите гер на фул. Конечно, на фул. Мы же на фул, да. У нас по-другому в гильдии не бывает. Да, был я, кстати, на этом КД, ну, на прошлом, в десятке гер, ТЛК, собирал, там была половина иллюжинов, а половина кингов. И был наш друг из джоуков, который, секс этот, который ливнул от нас. Короче, он на каждом трае синдры дох по одному, по два раза. Да. Шей, ты зайдешь, нет? Блядь, разрыв соединения, нихуя не пускает, какого хуя. Клиент, закрой полностью и заново запусти. Я уже так делал, блядь. Ты чё, проверка хэша идет? Каску под ДК обновить. Зайди в игру, попробуй открыть этот, ну. Просто Вовку. Через значок, а не через этот. Не пишет, просто сразу разрыв соединения. Блин, Марти, пока в рейд. Шка, поставь, Кость. Шейпер, каску держи. Лиморти там же вар, вот этот Лекс был. Лиморти, да. У него слабый. Нет, он хочет палку с вами. Пусть сферы побьет. Ну сферы. Пусть контром побьет. Зеленым.
Варом, если ДПС не будет, зайдет варом. Пока хантом пусть. Мне еще на Ване надо будет стопать ДПС, блядь. Если мы будем по тактике хаймовской, да? Чтобы класс не проебать, да? Успеешь, ты успеешь. Стопнуть все. Успокойся ты нахуй. Ты можешь и первым его схватить, ебаного. Могу. Ну, в чем проблема? Не, я в том кошмоте не буду, походу. Хотя по хилам тут смотрю. В танкошмоте будешь. А можно сделать в ДД-шмоте, но на мне частицу нахуй. Ты держать пока, да? Ты сдохнешь. Танки сдохнут. Танк частицы не требуют. Я в танкошмоте выжил. И еще я ключ рыбу прожимал, я там чуть не сдох пару раз. Но взлетки не хилят просто. Бафы давайте раздаем. 300 баф. Я подойду. Я так понял, медведей ты не сделал, еще звонит Винг, да? Отчет на пол. Нет. Да времени нет. Сегодня займусь. ДПС прописывал. Ну ДПС нахуй прописывал. Ну какая мне на фул закрываем? Ну и все. Странч, держишь двоих. На пульте Талдорама у него. Да, забыл. Странч, держишь двоих. На пол. Далее. Все, остальное вместе. Стрэндж, Волнара, держи. Я под шеве держу двоих, блядь. Вихрь. Рэнджу набрали. Своди в центр. Турбо, в инвиз уходи. Сальво по турбойс. Ладно, я стопну. Вообще дамаг нахуй. Анкил в инвиз. Ну, Стрэнджа дай для на полу. По Талдораму играем. Стрэндж, по Талдораму играй. Войд, этот, лутером. По Келесе это точечно. Не забываем про свои Т4. Войд, скачай ты у меня, ну, серьезно. А чё он даёт? Настроишь нахуй расколы, блядь. Зачем, блядь? А ты, блядь, ты все вешай их, наверное. Ты... Стрэндж, по Волонару играй уже. Набираю игру на Волонаре. ЛПшка, нельзя. ЛПшка. По Волонару играем. А сколько там и сколько будет? 20. Вихрь рейндж. Сколько? 20. Нормально. Ну 3 вроде выпал. Нормально. Да, походу войск быстрее шанс собирать, чем, блядь, выбить волю, либо чешку, да? Вот и... Рэнджу набрали. По Талдораму играем. Я прям знаю, когда бурсты прожимать нахуй. Угу.
Смей на цели. Лисета добиваем. Ну, почти как... О, воятельно. Только нахуй мне нужен. Бля, я помню, он, короче, как-то упал, он никому не нужен был, он не без ГП пошел, бля. Я, кстати, про воятель хотел сказать, что цифра на нем первая, она для ретриков ДК, а вторая, которая 550, она для фуриков, потому что они их два могут носить. Про какую ты цифру говоришь? Я цифру ГП говорю, а не говорю. Левая цифра это main руке, правая это offhand. Подождите, они а что-то носят? Роги тоже ж могут два оружия носить, эти эмки тоже два оружия носить, что им? Второе, оба оружия брать дополнительно. Речь идет про воятель. Речь идет про те пушки, которые одноручки по себе имеют меньше ГП, чем, блядь, двуручкина. По идее всего, на. А, я понял, о чем ты. То есть, если брать две двуручки за фурики, ГП, две двуручки. Да, Глора идет за второе ГП, нахуй, если так смотреть, фурику. А ретрик идет за первое ГП. Так же, как декатанку. Потому что мейнхенд у варов этот идет. О, предбизу грудак нерду. Ну, можно? Я вас знаю. Ты мне нерду. Расскажи, ты у тебя Дурада. Какой мейнспек? Код или... Он все лутает, нахуй. Трэш уже бьем, блядь. По черепу. У меня вообще мишка основной. Это просто мне мишка здесь не нужен вам, поэтому я хожу здесь с другом. Я кота пробовал, мне не понравилось. Кота. А кто с хантов отдает? Вот так баф, трэш, нахуй. По черепу. По черепу а играем. Все по черепу. И что ты на трэше его даешь? Ты чего макрос не можешь писать? Шейп, что там у тебя? Шейп. Так брусты, впиши в макрос. Вы чё? Ну если не доезжают за синтрой, то придется квест ему не делать. Ставь. А он тут? Если не разролил, стоим. Да все разролилось уже, я тебя скинул за шмот. Да, друг. Чё там, я воскрес. Воскрес? Ну после этого зайдешь туда. Кому пароль скинуть? Блин, Тёма, я не знаю, ну, если мне ему делать, надо и Вара этого оставлять тут, ну, под лицо заводить. Я могу дать другому. Ну, я в остальные уверен, кто тебе этот, как его, мне скинь в Диси в личку, я зайду. Сейчас. Если ты же его Вара сделаешь, да, квест? Да. Так. Агрим. Твои трусы, Шредер. Ой, блядь. Ты что, оделся? Аминь. Дальше луну играйте. Быстрее по черепу играем, потом по луне. Трусы опять теряй. Группу лут ставь. Ну, предупреждаю сразу, бронированный кровокрыл уходит в гему гильдии. Нет. Да. Гем кидала, блядь.
10 кгп забирает. Прогол ничего не было написано. 10 кгп заберу. Хуев. Я ему кп сам накину. 10. Угу. Понял. Кстати, а почему джоки коня продают? Череп. Держи. О, красавчик. Красавчик. Это просто красавчик. Ты шейпер зашел? Вроде нет, да. Шейпер зашел, но зайду позже на него я сам. Какого коня? Непобедимого? И такое. Федор, трусы твои по черепу играем. Агри. Ну, киллы, в чем проблема, блядь? Я не пойму. Или подниматься нас не учили? По черепу. Моса, дай БР на Ювенар. Угу, понял. Кстати, у нас даже были это... гильдии списки. По черепу точнее. Трусы были теряй. Списки трусы на коня, блядь. Что-то они нихуя не теряют. Samsung Master. Не работаешь на них. Варовский, возможно. Попробуем. Нет. Череп слили? Трусы опять теряй. Угу, эй, диспел. Череп добиваем, потом остальных без меток. Череп поставим. Да не нужен этот череп. Добили без меток, соответственно, потом по трусам. О, блядь, надо себе фрост резист уже делать, да? Угу. Ресли. Третий кат 5 плюс. Угу. Да пиздец. Ну не 6. 5. Посмотрим. Сирус. Третья карта. Да, 5. Вторая, 6, не хватит. Так, соответственно, ребята, встаем все под жопу босса. Соответственно, лимерте. На минимальном рендже, на котором можешь стрелять. А можно меня заменить на этого босса? Зачем? Мне надо уйти минут на 10. Я потанчу. Угу. Шейп, давай пока залетай. Шкаф поставь. Алиса, или офисе, или ТПшься. Нет. Нет.
По идее, мы можем сделать, но не с этим рейдом. Нет. Делаем один квест. Одному человеку. Так, соответственно, с тенями по стеночкам на взлетке набираем рейндж между друг другом. Соответственно, рейндж 10, чтобы вас не шотнуло. Чек на готовность. Шаманов под тремор переставим? Да. К танкам в патику нужно? Нет. Зачем к танкам? Треморы дадут шаманы, ничего сложного. Надо вот у пристав одного есть. Нет. Все остается так же, соответственно. Присты потом мазь диспелом расфигарят. Все готовы? Кто МТ на кроме бух? А? Кто МТ? МТ Вин Стрэндж. А, привычка, да, блядь? Так. Чек на готовность последний. МТ-шит Стрэндж, соответственно, как его, на пул на Стрэнджа. Джурабе готов? НХ-ша, Стрэндж, пропили фласки. Отчет на пол. А, блин. Ладно. Побежали. Вперед. Дайте, сука, зеркало, блядь. Да, нормально. Заходи. Так, на мосте. Мост со следующего кусаешь этого мастера. Под жопу встали в один фрейм, блядь. Тайномаг побежал. Я его... мост у меня, да? Угу. Угу. Мимо тут красавчик. Войт этот. Мастер Лорд. Лимерти побежал. Кусай меня, Морс. Угу. Моса дальше турбо. Мастер Сиджира. Шейпер. Угу. Это мы трепета поставили. Лиловчик побежал. К центру. Все к центру. Сфера, выходим, набираем рейнджу. Бегом. Саджира, ко мне. Прохил рейда. Следующий взлет кидаем Т4. Угу. Под жопу. Под жопу босса быстрее. Кстати, вправо ему немного. Правее, правее, правее. Угу. Прохил рейда. Так, Турбо, Лилоучика, Мосса, Джованни, Саджира, Мидвея, Мастер Анкила. Шейпер сдох. Моса, подними шейпера. Нижнегородец побежал.
Пробаф Оливара. Раскусали. Угу. 8 укусов, отлично. Следующие укусы кусаем ДДшников любых. Тотем и трепета. Саджира побежал. Рутины поставьте. В центр все. В центр, побежали. Дам шва. Давай шва. Ренджу набрали. Два шива. Ты засудил. Нормально. Укуси только кого-нибудь, мастер. Под жопу босса. Чёрт, покусали, бегом. Отхиляйка побежала, ага, отлично. Веру. Да сука, некого кусать, просто пиздец. Все... Ну... Били Мосу. Тайна мака кусать. Да я понимаю, что есть неукусанные. Я говорю, я просто бегу кусать, раз его кто-то... Торба кусает. Прижал. Застрал, блядь! Или нет, все норм. Сорян. Быстрее, блядь. Больше ДПС даем. Не убьем. Было... Мало ДПС. Ага. Не тех раскусать. Да, зайди на Ханта, пожалуйста. Или Морти Навара. Да, сейчас пусич на Ханта. Да, стопудово надо. Так, успей, блядь, сука. У тебя не получилось. Ханту тоже надо идти. Не будет рвать под укусом по той причине, что укус снимает 100% агра. Не повезло. Слича заберешь. Ну правда там тебя одному. Давай, Навара. Шейп, а ты чё сдох? Тебя не прохилили? Я понимаю, что нужны шмотки, но сейчас приоритетнее нам сделать квест, видимо. Да. Угу, Лимарти, заходи. Я, кстати, пчалил тапки на этот набег улучшенный, не знаю, вроде бы быстрее бежал. Ну там живучесть, там что-то стама. Живучесть клыкара. Или палом сходить. Ну не знаю, наверное, груль магик пойдем. Кинай там отсюда, оттуда. Скруля. Печеньки? Да, блин, печеньки-то. Не, если мы пойдем, мы с твинами пойдем. Да, не факт. Я могу твином. Могу и этим мейном. Ну, у меня твин, видишь, хоть, блядь, и есть, но как его? А, ну ты видишь, что ты завтра не будешь, да? Угу. Я-то буду завтра с гильдией Вара. А... ДКшникам до пуха нужна вот эта с меткостью. Да, я понял. Да, ну, посмотрим. Так, поднимаемся.
Не, ну печенька было бы тоже круто, конечно. Пусич, ты на роге? Заходи, заходи. Давай на хантах. Все равно, вар не вар, заходи. Нам нужен час ДПС. Там жестко не хватало. У нас, блядь, должно 250 быть, а у нас нахуй нету 250. Че у нас на сутки 220 было, да? Там оставалось да. Сильно много. Давай, шкаф. Даже укус этот не стал. Так, подбегаем, рыбу поставил. Ничего, еще полгодика там. Если я понял. Статик будет ходить хороший. Знаешь, как? Да, Кость, рыбу поставил. Да, вон он стоит вверху. А, все, вижу. Да, после рейда. Пусть зайди за ханта. Да в смысле? Что ты ломаешься? Что тебе тут надо на рогу? О да. Ну мы не в состоянии сейчас таких персов выгонить. С другого босса получишь удар. Тебя ждут люди, давай заходи. Ребята, там сумон можно? Да, да. Нужно ему засумонить. А, кто? Чё? Кого? НХ. Я ж сумонул. Вот, только сейчас. Так, у меня вопрос. Кто шарит в видеокартах? В чем? Видеокарты. У меня сейчас видеокарта с обычного цвета стала розовой. Зеленый, пошел зеленый ВГ. Зеленый поменялся на черный, и белый на розовый. Кабель ВГ, проверь. Да, кабель подшатает, может быть, отошло. Не, я... Сейчас проверю, но давайте на всякий случай на этот рай меня... Можно поставить на меня метку, чтобы меня не кусали, потому что у меня цвета не отображаются нормально. Чтобы я не проебал, если что. Не, ничего такого не появилось, просто поменялись цвета. А до этого она блымала. На готовность. Блымала как... Баф дали. Провод, скорее всего, повредился. Хаша готов? Ну, там все готовы, отчет на пол. Перед лицом босса никто не идет, кроме танка. Звездочку не кусайте, пожалуйста. Это было... Ты не сорви первый укус. Решение. Где дебаф? Блять, ну какого хуя? Легли. Нет, я нормально. Я сказал, легли. Перед лицом босса нахуй никто не идет. Иначе вы ловите зеркало. Должен словить его, блять, мастер нахуй. Потом словить войд. Какого хуя, блять, все половили зеркало? А ты че не словил, мастер? Хм, так я и шел вместе с танком, нихуя, блять, не словил.
Надо не ты просто. Ты меня как-то идти. Боком обошел, на. Смотри, надо. А я бил босса, да? Бил? Да. Но там надо вот именно рядом с танком идти, и вот кто рядом с танком, он ловит зеркало. Именно первое зеркало. Потом ты его можешь только таунтом. Ты ШВ прожимаешь? Желательно. Ну я ШВ вставляю на вторую фазу. Желательно с пулов прожать, потому что кто знает, сколько она ударит. Встали, побежали. Кубма срез дают. Стрейч босса доводишь до стенки. Это раз. Войд. Хотя я, блядь, все ники запомню нахуй, кто словит, блядь, зеркало. Нахуй, по сотке КП сразу. Заебало, блядь. Рано начали бафать. Глеф, давай быстрее, все тут. Фул баф отдали. Чек на готовность. Все готовы, отчет на пол. Назад, где танк нам? Где танк? Это было неразумное решение. Лекс, кусаешь мастерала. Пусть побежал. Шансунг. Сальво по турбойсу дайте. Кусай меня, Лекс. Спирала кусай. Отлично. Лекс, дальше кусаешь турбойс. Мастер, кусаешь лиловчик.
Шансунг. Тотемы трепета. Готовимся к центру бежать. Карачка побежала. Плохо. Прохил. Рейнджу набираем. Сейчас упущу лилочек. Астер лилочка. Самые... Правее. Правее выставляй. Пакт. Угу. Служи, отойдите. Чего вы в луже стоите, блядь? Шредер побежал. Угу. Кого дальше? Следующий? Лексус. Давай, Джованни. Турбо, Анкила. Твилоучик. Сайса Джира. Кто там мастер? Кусай пуси. Мистер Дейбеттер побежал. Оперативней надо срабатывать, ребята. В луже под рейдом, бро. Весь рейд стоит в луже. Весь рейд стоит в луже. Ой, блядь. Дальше. Должи же... минус 2, блядь. Легли. Минус турбойс. Да кто такой лужу разлил на? Я тут, вы убили? Нет. Нет. Мне просто интересно, а почему лужи так долго? Ну, это плохо как-то. У тебя не получилось. Чья это лужа была? Мистер Дейбеттер. А он не в дискорде, да? Хорошо, шейп. Алиса в рейд. Я помню. Какая жалость. Турбо, масс, рез. У тебя агро идет не от Т4, алло, странично. Простая тактика близко для там. Близко не подбегай. Дай по карочке. Нормально будет. Руник не прокай, значит выйди с мира, блядь. Ну, это такая же хуйня была. Прожми выход из мира. Не надо там никакую маску вешать, блядь. У меня также багалось на печати на ретрикино. Можно по делу, пожалуйста, рез. Угу, сейчас сделаем. Выход из мира, прожми, еще раз говорю. Просто релок такой сделай. Че там, обратно фурика, да? Да. Там шейпера надо было заменить, да? Да. Турбо, че? Угу. Блять, очень.